Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года. Операция по выводу войск постоянно подвергалась атакам со стороны маджахедов. В течение 10 лет сотни тысяч граждан нашей страны исполняли в республике интернациональный долг. Около 15 тысяч наших соотечественников погибли, среди них и 13 сочинцев. Память не вернувшихся домой почтили сегодня минутой молчания. Здесь, у стелы «Афганский узел» в Комсомольском сквере, воины-интернационалисты собираются два раза в год – в день ввода и вывода войск из Афганистана. И та, и другая – печальные для них даты. Наша с вами задача – всегда помнить о тех, кто ушел, быть достойными их памяти и всегда помнить об отцах, матерях, вдовах, тех, кто не вернулся с этой афганской войны. Молодыми еще ребятами вы принимали участие в боевых действиях, а потом, вернувшись на территорию Советского Союза, продолжили, скажем так, передавать полученный свой опыт и продолжили делиться накопленным мужеством, отвагой, ну и, конечно, сплоченностью своей. 29 лет прошло, но вы как один в едином строю. Вы вместе, вы рядом. Всего же в боевых действиях на территории Афганистана приняло участие 723 сочинца. Памятные мероприятия сегодня прошли во всех районах курорта.